Доброе утро всем! Сегодня у нас 1 сентября и поплывем купаться на дайвинг. В общем, начинается все у нас в центре Витязева. Пункт милиции, пансионат, паралия, вход центральный, вот, толпа народу. В общем, буду постепенно собирать информацию, делиться. Там очень красиво на Утрище. Выбрал именно Утрищ, не Витязева, потому что, ну, если уже плыть, то плыть как бы красиво. Там подводный музей у них находится. А по стоимости, по всему, то есть информацию либо подпишу видео, ну, что почем и что куда. Либо чуть попозже об этом расскажу. Варваровская щель. Обещаю. Самое красивое место будет въезд на Утрищ, Волчьи ворота. Здесь часто приезжаем на свадьбу фотографироваться. Короче, сегодня мы отсюда. Вон он отлично. Кстати, по-моему, все-таки отдать или после них попадаешь как будто в другой мир. Это непередаваемое ощущение. Маяк, ну вот еще там церковь есть. Сектор такой. Я останусь здесь до утра. Или этого не знаю. Это Змеиное озеро. Парковка для яхт, туда где-то пешком не попадешь особо. Справишься? Да, у меня с собой телефон. Смотри, чтобы плавки не закусали. Большое Утрище, да? Видишь, это называется телефон. Если кто-нибудь нападет, я просто нажму три кнопки и приедет полиция. Места для парковки трудно найти. Вся дорога вот по левой стороне, ой, по правой получается, по левой сейчас от меня заставлена машинами. Барабуля. Лагун, такие жители там есть. Не сейчас. Я очень устала. Что? Что такое? Ты есть хочешь? Мы сейчас выйдем на конечный круг. Вон он, пляж видно. Атмосфера совершенно. Стоит парковочка спереди. И конечная. Здесь еще можно дачу проехать. Раньше стоило 300 рублей. Сейчас вот, не знаю. Хотя тут вообще все сняли. А что, платный проезд тут отменили раньше был, который? Дальше тест. А, вон, дальше поставили, да? Молодец. А? Ну, давно я сколько? В прошлом году приехал. В начале сезона на Утрищ грязно, потом в середине больше не ездил.
Раньше поставим, только на море, если только аутрич. Фильм мы досмотрим на обратном пути. Мы уже почти на месте. Сейчас готовьте путевочки. В администрации оформляемся. Переодеваемся. Проходим инструктаж и будем купаться. Вот приехали. Вечерком позвоните. Отличное, тепленькое еще. Давай, после купания, пожалуйста, не забывайте переодеваться или посушиться, если не взяли. Хорошо? Мокренькие, не садимся в автобус. Походим, посушим. Время у нас будет достаточно. Во сколько? Ну, по времени будем, ну, наверное, одна группа. Где-то в 12 будем собираться. Потихонечку откупаемся. В 12 должны справиться. Короче, последний откупался, минуточек 10-15. Сушились, переоделись и поехали. Вот он, утрич, дайвинг. С детства тоже помню эту красоту на горах. Здесь также внутри еще пляж, тут более-менее сделаны такие спуски. Нормально, можно тоже приехать покупаться. Кстати, не настолько грязно, как было раньше. Приезжал, тут вообще прям мусор валялся, можно сказать. А вообще, получается, туда дальше. Вот на маяк выезжал и там купался. Вот это как бы у них центральный пляж получается. Вот так вот выглядит настоящий дайвер. Буду им становиться. У нас группа пошла. Скоро мы туда тоже пойдем. Все, до встречи после погружения. Надеюсь, мне все понравится. И я вот туда выплыл. Сегодня облачность такая красивая, классная вообще погода. Вон, наша группа уже ныряет. Мы будем последние. Куча людей на пляже. Вообще нереально крутые ощущения. С ластами уже поплавал. Сейчас жду, когда освободится инструктор и начнется мое погружение. Я хотя и без него ныряю очень хорошо. Ладно, все. Встретимся уже после того, как все закончится. Ну вот, и закончилось мое погружение. Очень рад, практически везде успел сфотографироваться. Мне дико понравилось. Вот мой инструктор был. Вот все сегодня сделал фотки, постараюсь загрузить в конце видео. Что там у меня получилось. Что вот еще очень рад. Вот так вот люди заканчивают, выползают. Я сильно только дышал, но 12 метров в глубину я взял. Так. Довольное лицо Юра выглядит. Вот сейчас, кстати, идет представление, он там дальше финалий. Но треща. Сейчас здесь все покажу. Что как, почем здесь. Вот такие вот фотки должны получиться в итоге. Камера хранения здесь есть, она бесплатная. Душ, туалет за денежку. Вот оно погружение. Получается, он здесь был на 12. А? Не понял. А, да, видео это. Что, я местный житель.
по ценнику. Да. В общем, вот так вот. Все. Вот она лодочка, на которой возят на лагуны. Ну, прямо с нее с другой лодочки ловят рыбу. Водичка даже отсюда очень прозрачная. Там на пляже массаж есть, видео проезжает. Так вот люди тут отдыхают. И вон он, вот заповедник. Там тоже парковочка перед ним. Машины останавливают. Такая вот красота. Вот это с другой стороны, как бы вот Риша, там вот такой оборудованный пляжик. Центральный у них пляж, получается, считается. Сверху снимаю. Все, поехали.